Всем привет, с вами Даха и Марго. Сегодня будет у нас распаковочка. Да. Мы, конечно, немножко не удержались и уже распаковали эти ногти. Но самое потому что даже здесь. Как думала, то, что тут будет жирака. Да. Погнали. Погнали, одевай пальчики. Окей. В общем, так. Просто вот так вот рандомно надену их, не знаю почему. Кстати, вот это на мизинец. О, вот это на мизинец. Вот это на мизинец. Учили Даша чек. В общем, у нас будет сейчас асмр. Послушайте аккуратно, как она открывается. Вот такие вот у нас кнопки. Не буду перерывать. Может, запишем потом ASMR. И вот. Начинаем. Давайте. Открываем. Я думаю, вот такие наклеечки. Кстати, комбой. Смотрите. Вот такие вот. Вы, наверное, кто-то, наверное, из вас, наверное, смотрит ТикТок, и они поймут, что это именно. Это стоять комбой. Да. Я КЗ, куда процент улетел. В общем, наверное, это редкий. В общем, а давайте открывать нашего комбоя. Заветный пакетик. Мне кажется, там курочка будет. Угу. Вау! Это реально чё? Это чё, курочка? Да. Наггетс. Такой наггетс, я хз, почему он такой. А подождите, можно посмотреть, что там что-то бедный. Содержит агар, эмма, сахарков и сметанок. Ну, логично, вот почему. Угу. Давайте я вам покажу. Вот еще вот такое вот. Такой вот наггетс. Угу. Вот Даша сделала асмр вот так вот. Ногти творился. Угу. В общем, сейчас у нас... Ой. Куда? О, кажется, шарф. Я КЗ. Шарф, да. То есть... Я уже путаюсь. Ладно, открываем. Вот такая вот. Шарфик? Да. Круто. Да. Блин, если бы Дашиными ногтями, то это вообще было бы классно. Вот такая вот шапочка со звездой. Конечно же, без звезды невозможно. Так, ну что, давайте сделаем и это. Да. Муаз. Давайте. Давайте наклеим на нашу курочку гриль. Или что это, ножка, я не знаю. Я сама хз. Ну ладно. Вот такое вот у нас уже появляется. Да, давайте вам поближе покажем. Угу. Так вот выглядит. Угу. Ну что? Сейчас у нас шарф. Я уже его открыла. И вот такой вот у нас шарф. Красненький. Такой красненький, как у настоящих комбоев. Угу. Надо вот тоже на курочку надеть. Да. Сюда. Конечно же, надо надеть. А что, курочку без шарфа? Ну, на улице еще весна, а холодно. Это я согласна. Даша, и прогноз погоды. Вот такой. Не знаю, вот как у вас, но у нас еще холодно. Да. Вот и напишите в комментарии, кто в Дубае. Дубае. Дубай. Дубайчик. Вот у нас вот так, такой вот, так вышел. Вот у нас вышло. Это еще не конец. И самое главное, которое ставило на самый конец всего. Это курочка. И это будет самое лучшее, что вы видели. Это же звезда комбоя! Открываем. Ты это делала два дня. Да, да. Даша, я тебе забыла сказать. Ладно. В общем, вот такая вот звезда у нас. Оу-вай! И надо ее куда-нибудь на шарфик, может? Да, на шарфик. Я специально это на шарфик собиралась клеить. И такая вот звезда. Что ты мне хотела сказать? Скажу после видео. Uh-huh. И выходит у нас вот такой вот комбой.
Ну, можно еще и к нему аккуратненько приклеить вот такую вот надпись «гда-гда-гда-гда-гда», и будет вообще прикольно. Но он на вид как Эмма, я хз, у меня в Роблоксе, как и я, Эмма. Ну, ладно. Может, он содержал это такое. Но все равно там было написано упаковки кое-что. Тот, кто услышал, напишите коммент. Вот, вот такое вот вышло. И на этом все. Спасибо за просмотр. Всем пока-пока!